Это ж срамота и баловство. Да, это была Ольга Сахара. Похлопаем еще раз. Это ж срамота и баловство. Говорят, что Пушкиным каким-то занят титул нашего всего. Так нечестно. Наше все Никита. Никита Цветков. Что даже я не знаю, как быть. Хотя, с другой стороны, по сравнению с Ольгой, у меня проблем нет сегодня. Потому что Жора просто заказал, я буду читать то, что он просил. Ну, все мы знаем, я надеюсь на то, что все мы знаем, что поэт в России больше, чем поэт. Но бывают другие мнения. В частности, замечательный поэт Александр Улицкий в стихотворении, обращенном к поэтам, в конце у него в этом стихотворении две таких строчки. «Поэт в России – просто человек, упорно не желающий трудиться». Александр Владимирович, я передам ваши аплодисменты обязательно, потому что я дружу с ним больше 20 лет. И я общаюсь с ним постоянно. По улице идет поэт, несет в химчистку одеяло. Вдруг задом к парапету лет его как дактилем прижало. Его прижало. Он смолчал. Обнял покрепче одеяло. И о таланте заскучал. Его все время не хватало. Поэта мучает мигрень. Безденежье, хомяк соседки, берет одетый на мигрень, подростки, пьющие в беседке из горлышка портвейна к дам, значение слова кантилевер, бред объявлений и реклам, вид из окна всегда на север, опять безденежье, когор в цене поднявшийся в апреле, долг за квартиру и запор, похмелье каждую неделю. Он исчисляет логарифм, чтоб накормить семью обедом. Переплетение слабых рифм мечтает о жене соседа. Его прижало, но при том и даже может быть при этом он пьет на коврике с котом. Сегодня трудно быть поэтом. Опять же, по заказу Жоры, несколько, как я их называю, коротышки. Я смотрю на тебя с пониманием, и при этом не в силах понять. У тебя нет груди, нет и талии, и ума невозможно занять, а денег. Граф рассмеялся между делом, схватив за шпоры петуха. Как хорошо, когда под телом еще есть тело для греха. Души прекрасные порывы, сказал опричнику поэт. Душу и бунты, и призывы непослушания, был ответ. Как жаль, что ты уже спала, я наслаждался нежным телом. Воскликнул повар у стола и ловко курицу разделал. Сосед, соседки, друг и брат, сантехник, столяр и электрик, когда бы не бытовой разврат, лежал бы дома на кушетке. Ну, тут кто-то позволял смешивать, а вот это мне очень нравится. Вот у меня тоже иногда есть вещи, которые мне реально нравятся.
не разглядев меня при свете, вы отказали мне. Ну что ж, а я вас сразу заприметил, сказал слонихе пьяный еж. Я в Иордан нырнул. Волна стремилась смыть с меня кацапа. Но там такая голубина, что только пузо поцарапал. Ну, наверное, еще одну коротышечку. Нет, не одну, две. Слова нет смысла подбирать, когда подходишь ты в халате. Я всю готов тебе объять, но у тебя такая стать, что руки короткие в обхвате. Вот сейчас коротышечку, еще одну дашь. Ну, правда, уже лето, но не важно. Весна – пленительное время. Еще ни с кем не согрешив, я заразился гонореей, купив себе презерватив. Ну, а теперь, собственно, то, что Жора заказывал. Ну, здесь есть люди, которые это слышали уже, но... Старший приказал. Значит, баллада на ноутбуке. Исповедь от первого лица. Я заранее приношу извинения тем, кто не очень, может быть, знаком с компьютерной тематикой. Какие-то вещи могут показаться странными, но извините, просто вот выступавший здесь Игорь Рогачев, Георгий Тарасевич и я, мы все выпускники одного факультета вычислительной математики и кибернетики, ну как-то так получилось, ладно. На ферме F-105 из нового кристалла прилежной рукой невинный Чхон Ван Ли мне вставили мозги. Отличное начало! На складе под Пахрой спокойно дни текли. Никто не ворошил мой пиус и на стройке. Я сохранял в тиши, как девственница, честь. Но вот однажды в ночь, в разгаре перестройки, меня купил Мехмед. Как скажут дети, жесть. В меня воткнули Quake, два Тетриса и Диггер. Мой диск ревел, как фавн на гибели Помпей. Я был на всех постах неоспоримый лидер и чувствовал себя, как новый Прометей. На клавише Escape следы ногтей и вилок, раздолбан USB и параллельный порт. Он память мне раздул без всяких предпосылок и заменил экран, как делают аборт. Потом за тщетые дни я был подарен дуре. Обкуренный Мехмед купил себе смартфон. Я сразу был не рад подобной синегуре. Теперь я антураж, как чайник, плафон. Я расцелован был, надушен от дреона. По клавишам мои стучали ноготки. Мне крышку жег гламур последнего сезона. Я грелся под боа на пляже у реки. Забытый квейк в пыли, но я сроднился с Аськой. Такие бредни мне пришлось передавать. А вам чего? А ты мобильником попасти? Но ты даешь вообще и после с ним в кровать. Теперь знакомый Лайнс и два дурных пасьянса. Помада на бэкспейс, прокладки и плейбой. Я должен был терпеть пороки мезальянса и педикюр, и спа, и ритку с маховой. Но бедом был конец, мне все-таки воздалось. Планшетка от кутюр, откуда-то с небес, возникла предо мной. Ох, что со мной сталось, я тайминг поменял, меня попутал бес. У нас с ней было все. Wi-Fi, Bluetooth и йога. Я в весе потерял 17 мегабайт. И драйверы сносил, как шелуху помета. То трафик улучшал, то строил новый сайт.
казалось, все срослось. Нам не нужны апдейты. Играли все цвета. Я был ее вассал. Планшетка мой кумир. А даже вот для флейты мой старый саундбокс, с восторгом написал. Но вирус роковой пожрал мои таланты. Разрушен интерфейс, не грузится Wi-Fi. Мне отключили сеть. С меня сорвали банты. И кончилась любовь. Все, милая, прощай. Мне больше места нет на шелковой подушке. Перхастый брат-студент унес меня с собой. Теперь я просто чат в ногах на раскладушке и подрезаю сеть, чтоб делать курсовой. Я в торрентах увяз, как Жигули под Нарвой. В меня качали все, порнуху и хип-хоп. Я верно, блин, служил и правдой, и неправдой. Диодами мигал, Ютьюб грузил нон-стоп. Но пиво и ворез, соцсети, девки, пьянки прогнули пацана, он сессию не сдал. И по весне ушел с прощанием славянки. Долг родине коптить куда-то за Урал. Меня убрали в шкаф в замузанном пакете. Шнурки скрутили в жгут, как мяту с резидой. Потом зашел сосед с похмелья на рассвете. Смурной интеллигент, небритый и седой. Вот мой последний шанс. Теперь я друг поэта. Он пишет обо всем без страха и купюр. Есть время помечтать о славе, но при этом я думаю о ней, планшетке от кутюр. Моя судьба горька, мой вентилятор сломан. Я помню кое-что. Ах, как там Чхон Ван Ли. Динамики молчат. Из них не слышно стона. Но было у меня 7 гигабайт любви.